Хотел бы сказать, что вот уже наши новгородские аграрии, они проголосовали за белорусскую технику. Уже более 50% техники белорусская. Процент этот растет, 6 дилерских центров открыто. И сегодня в Новгородской области сельское хозяйство, конечно, база была низкая, нам еще много что нужно сделать, есть куда расти, но вот этот рост, он сопровождается в том числе и развитием кооперации с Республикой Беларусь. Есть достаточно серьезные объемы строительства в регионе. Мы вошли практически во все национальные проекты, которые у нас есть. Объемы есть, мы сегодня с коллегами обязательно посмотрим и с удовольствием будем рады видеть белорусских строителей здесь.